Министерство здравоохранения Российской Федерации заявляет, что с 19 по 25 июня объявлена неделя информирования о важности физической активности. Так, представители городской поликлиники города Каспийска рассказали о важности спорта в жизни человека и какую роль она играет для здоровья. Физическая активность – это то есть какое-либо движение тела, производимое скелетными мышцами, которые требуют расхода энергии. Также физическая активность благоприятно влияет на организм человека, если соблюдать все рекомендации врача. Физическая активность является ключевым фактором для здорового образа жизни. Она улучшает общее состояние человека и позитивно влияет на продолжительность жизни. Если человек занимается каким-либо физической активностью, это плодотворно и благоприятно воздействует на его организм. И, то есть, в совокупии, если все это совмещать, действует на организм человека очень позитивно и положительно. Но, как отмечает врач лечебной физкультуры, реабилитолог городской поликлиники Каспийска Саид Амиров, приступать к физической активности и любому виду спорта следует после консультации с врачом, потому что только он сможет определить дозволенную меру активности в соответствии с особенностями вашего организма. Есть больные щитовидной железой, есть у кого-то гипертония, есть у кого-то сахарный диабет. К нему есть индивидуальный подход и назначается комплекс упражнений, которые подают тому или иному пациенту. Следует отметить, что лучше всего проводить тренировку с утра и на свежем воздухе. От такой физической активности пользы будет еще больше.